Газовая турбина мощностью 65 мегаватт работает во всех диапазонах нагрузки в составе простого или комбинированного цикла. Используется как привод для электрогенераторов или промышленных устройств. Основные преимущества – компактность, экологичность, универсальность. Прототипом этой модели стала газотурбинная установка, спроектированная и изготовленная компанией в 2008 году. Пересмотрена и усовершенствована конструкция практически всех узлов турбины. В результате удалось увеличить КПД и мощность. Над повышением эффективности новой турбины силовые машины работают в партнерстве с ведущими отраслевыми институтами и организациями. Используются все современные инструменты проектирования. Завершается создание модельного 16-ступенчатого компрессора в масштабе 1 к 2, а также рабочих и направляющих лопаток к нему. Далее образец отправится на испытания для подтверждения проектных показателей. Успешно пройден этап технического проекта камеры сгорания новой турбины F-класса. Идет изготовление опытного образца с помощью аддитивных технологий. Первый экземпляр камеры сгорания представят до конца этого года. Стендовые испытания образца планируется провести на Ленинградском металлическом заводе. Во время исследований будут отработаны процессы розжига и подтверждены основные характеристики камеры сгорания во всем диапазоне эксплуатационных параметров. В 2022 году команда силовых машин закончит подготовку производства лопаток и приступит к отработке технологии литья. На данный момент завершается разработка конструкторской документации, выполнены необходимые расчеты, изготавливаются объемные модели. В прототипе установки одним из узких мест был опорно-упорный подшипник. Чтобы обеспечить гарантированный слив масла, провели модернизацию. Сотрудники КБ переработали его конструкцию и внедрили систему гидроподъема ротора турбины. Впереди проверка подшипника на стенде. Силовые машины установят на газовую турбину систему удаленного мониторинга и предиктивной диагностики. В ее основе алгоритмы статистического анализа, математического моделирования, прогнозирования с помощью регрессионного анализа и нейросетевых методов. Система автоматического управления создается на отечественной элементной базе. Аппаратно-программный комплекс в режиме реального времени будет считывать сотни показателей по работе газотурбинной установки и передавать полученные данные в диагностический центр для дальнейшего анализа. Сегодня силовые машины находятся в авангарде мировой энергетики. Продолжая свою успешную историю возрождения стационарного газотурбинного инжиниринга и производства, в 2024 году компания представит первый головной образец полностью российской газовой турбины F-класса. Ленинградский металлический завод будет выпускать до 8 установок в год.